Запись включили. Меня зовут, да, Анастасия Короткова. Я менеджер управления интернационализацией и по совместительству менеджер блока общеуниверситетских факультативов. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же стать преподавателем факультатива в ИТМО. В первую очередь хочу познакомить вас с блоком УФ. Мы с коллегами кратко называем наш блок ОУФ, то есть сегодня, если я в течение сессии буду говорить ОУФ, это я не тяжело вздыхаю, это я говорю вот про наш блок. Что вообще такое блок общеуниверситетских факультативов? Блок появился в осенью 2021 года в ИТМО, и в июле 2022 года он перешел в руки нашего подразделения Управления интернационализацией. Слово «общеуниверситетский» подразумевает под собой, что блок доступен всем внутри университета. То есть в первую очередь он доступен для подачи заявки всеми сотрудниками, то есть преподавателями, сотрудниками административно-управленческого состава и магистрантами и аспирантами ИТМО. Он набирается из разных уголков университета путем конкурсного отбора. И, во-вторых, он доступен всем студентам университета без исключения и без привязки к образовательным программам. Зачем вообще блок нужен нашему университету? В первую очередь он способствует индивидуализации образовательного процесса. То есть он дает студентам шанс выбрать дисциплины с любой трудоемкостью и с удобным им форматом. Во-вторых, это хорошее дополнение к образовательным программам, поскольку студент может выбрать дисциплины, которых нету в его основном учебном плане. Ну и в-третьих, блок способствует подготовке кадрового резерва ИТМО и числа магистрантов и аспирантов, поскольку они тоже могут участвовать в конкурсе и стать преподавателем. У нас есть два вида общеуниверситетских факультативов. Первый вид – это адаптационные. Это те, что преподаются для бакалавриата первого курса и помогают студентам-новичкам адаптироваться в стенах ИТМО или в новом городе, если студент иногородний. Сейчас такими являются подготовительный курс по математике, по физике и навигация по истории и культуре Санкт-Петербурга. Второй вид – это общие факультативы. Они уже преподаются для всех остальных студентов бакалавриата, магистратуры и даже для аспирантов и сотрудников, которые проходят факультативы в качестве повышения квалификации. Поскольку факультативы – это конкурс, на него нужно подавать заявку. И вот есть два трека для подачи заявки. Первый трек – основной. По нему подают заявки преподаватели, штатные сотрудники ИТМО и сотрудники, устроенные по договорам ГПХ. И второй трек – это трек для начинающих преподавателей, или student for student, по нему подают заявки магистранты и аспиранты. То есть, как действовать? Если у вас есть преподавательский опыт, и вы не являетесь студентом, то вы можете подать заявку по основному треку. В таком случае ваш факультатив будет 3 зачетные единицы от 16 до 32 академических часов или 64 академических часа, если это языковой факультатив. Если вы не являетесь сотрудником, а вы студент, и у вас нет преподавательского опыта, то хорошо бы, чтобы у вас была пройдена программа ITMO Mentors. И тогда вы сможете подать факультатив по треку «Начинающий преподаватель». Он будет трудоемкостью 1 зачетная единица и ровно 12 практических академических часов. Но здесь, как вы можете заметить, есть пунктирная стрелочка от вопроса пройденной программы ITMO Mentors нет. Если она не пройдена и у вас нет преподавательского опыта, мы все равно рассмотрим вашу заявку, и если она понравится и будет одобрена комиссией, то, конечно же, вы тоже станете преподавателем, и мы назначим вам помощь из числа наставников. Но об этом дальше. Давайте разберем каждый трек по отдельности. По основному треку заявку может подать любой сотрудник из профессорско-преподавательского состава, из административно-управленческого персонала и сотрудник, который на момент подачи заявки устроен по договору ГПХ. Преподавать может тот, кто подал заявку, любой другой сотрудник ИТМО и приглашенный специалист. То есть, если вы хотите пригласить преподавателя
который не работает в ITMO, вы можете это сделать, и это очень даже хорошо, но в таком случае мы попросим вас прикрепить к заявке резюме вашего специалиста, чтобы резюме тоже могла рассмотреть конкурсная комиссия. А факультативы по основному треку состоят из одной до трех групп, то есть на факультативе может быть как одна, так две, так три группы. И в одной группе может быть от 21 до 30 человек. То есть по результатам выбранности мы открываем факультатив, если на нем набирается минимум одна группа, и открываем группу, если в нее набирается минимум 21 человек. Но здесь нужно уточнить, что эта планка каждый семестр немножечко двигается, и, конечно, если у вас набирается и 15-17 человек на факультативе, скорее всего, мы его тоже откроем. Не расформировывать же группу, раз 15-17 человек уже выбрали курс. Итак, студенческий трек. По нему может подать заявку любой магистрант и аспирант ИТМО. Преподавать может тот, кто подал заявку, плюс любой другой магистрант и аспирант ИТМО, плюс также приглашенный специалист. На факультативе по этому треку может быть одна группа, также от 21 до 30 человек. И, как я уже упомянула, каждому начинающему преподавателю мы назначаем наставника из числа опытных преподавателей ИТМО. Они помогают студенту с составлением урочного плана дисциплины, с работой в университетских системах с точки зрения преподавателя, то есть с конструктором РПД, с системой БАРС, ну и помогают с психологической составляющей, то есть с самопрезентацией или, скажем, решением конфликтных ситуаций со студентами, если вдруг такие возникают. Теперь перейдем к общим вопросам заявки для двух треков. Первое – это формат занятий. Формат занятий на вашем факультативе может быть как онлайн, так очный, так и смешанный. То есть какие-то занятия онлайн, какие-то очно. Второй пункт – это пререквизиты. Мы вас попросим указать пререквизиты для вашего факультатива, если они имеются. То есть это может быть английский, определенный уровень английского или там программирование, начальный уровень. И здесь вот хочу уточнить, что пререквизит не должен быть слишком высоким, потому что у нас все-таки общеуниверситетские факультативы, это значит, что на них не может быть каких-то специальных дисциплин. То есть знания, умения и навыки на момент старта факультатива у студента должны быть начальные. А помимо этого, мы попросим вас оставить краткое описание вашего факультатива, такую яркую, интригующую, захватывающую аннотацию, и видеоролик. Краткий видеоролик до 7 минут, записанный от лица автора курса. Это такая должна быть краткая видеовизитка вашего курса. То есть, о чем факультатив, для кого он и что студенты получат в результате. Все видеоролики и аннотации мы впоследствии размещаем на сайте для студентов. Вы можете перейти по QR-коду и посмотреть, как это сейчас выглядит. На этом сайте студенты могут до выбранности ознакомиться с факультативами и уже до выбранности выбрать понравившийся, чтобы в нужные даты просто зайти и записаться. Так, немножко задержусь и пойдем дальше. В целом мы обсудили такие основные вопросы заявки, там есть и другие, но сейчас в таком формате не буду уже долго на них останавливаться. Вы можете также перейти по QR-коду и посмотреть, прочитать подробную инструкцию. Так, переходим дальше. В конце у меня тоже будет этот QR-код, поэтому еще задержимся на нем. Если ваша заявка одобрена, то вы попадаете в наши добрые ручки, нашей команды. У нас есть 5 координаторов факультативов и 4 ментора факультативов. Координаторы помогают с такими глобальными организационными вопросами, вроде РПД, трудоустройства. А менторы, они как бы ближе к преподавателям. Они помогают с мелкими, но не менее важными вопросами. И здесь хочу уточнить, что менторы – это не как в общем понимании ментор конкретному преподавателю. Менторы, они помогают факультативам. У каждого ментора может быть 15 плюс факультативов. То есть они все-таки помогают с организацией и не погружаются в какие-то методические вопросы курса.
Если вы выиграете конкурс, мы вам будем помогать с созданием сущности в конструкторе РПД. Будем следить, чтобы она вовремя была заполнена и одобрена. Поможем вам с договорами ГПХ для ваших приглашенных специалистов, с расписанием и с описанием и видеороликами на сайт. Если вы никогда не преподавали, то это не повод отказываться от участия в конкурсе, потому что сегодня я поделюсь с вами секретной информацией. В сентябре мы с коллегами запустим онлайн-курс по организации активного обучения в ВУЗе. То есть там будет как теория, так тесты, так видеолекции. И по расширенному треку на этом курсе вы сможете пройти задание и получить обратную связь от самих разработчиков курса. А разработчики курса — это наши ведущие преподаватели блока Soft Skills. Рассмотрим быстренько даты ближайшего конкурса. Он у нас стартует в этом семестре 15 сентября. Новость о конкурсе мы разместим в ИСУ, в группах, попросим наших коллег из офиса поддержки сотрудников разместить в Telegram-канале и в группе ВКонтакте. И даже сделаем рассылку. В этой новости будет Google форма, это и есть форма заявки. Вам нужно будет ее заполнить и отправить до 15 октября. Можно и раньше. Если вы отправили заявку, то, пожалуйста, убедитесь, что вам ответили, что заявка принята, потому что разные ситуации могут случиться. Там, допустим, заявка не дошла, не отправилась, система перезагрузилась, и она до нас не долетела. Поэтому обязательно убедитесь, что все-таки мы ее получили, заявка принята. А после того, как вы подадите заявку, мы ее обработаем. Затем комиссия ее оценит, еще раз соберется, чтобы окончательно, финально обсудить, какие заявки одобряем, какие нет. И 16 ноября мы огласим результаты личным письмом всем участникам с подробной, такой развернутой обратной связью, что им посоветовали доработать, почему их заявка принята, почему не принята. Вот, я здесь уложилась, да, в 15 минут, но все равно всю информацию, конечно, сегодня было не уместить, поэтому вы можете перейти по QR-коду слева, алгоритм в Miro для участников конкурса. Вы можете прям пройти по пунктам, по вопросам и понять, как вам нужно действовать, как вам заполнять заявку. Ну и справа, как я и обещала, это вот та самая инструкция по вопросам заявки, которую я уже показывала выше. Вот, немножко задержимся. Но я знаю, что вам отправят презентации, поэтому эти QR-коды у вас сохранятся, останутся, вы сможете перейти по ним и позже. А если у вас возникнут еще вопросы или вы просто захотите пообщаться, то пишите нам на почту plussobaka.itmu.ru. Мы там быстро, активно отвечаем. Всем спасибо за внимание. Была рада рассказать сегодня коротко о нашем блоке общеуниверситетских факультативов. Надеюсь, что вы получили какую-то полезную информацию для себя и надеюсь, что увижу вас в числе участников конкурса этой осенью. Да, Сабин, спасибо большое. Я надеюсь, что презентация видна, да? Да, и слышно, отлично. Если будут возникать вопросы по ходу, пожалуйста, отмечайте в чате, либо в конце можно будет голосом задать, и я обязательно оставлю немного времени, чтобы мы с вами успели ответить на самые насущные вопросы. Наверное, может показаться несколько странным сейчас и как бы выбивающимся из общего контекста тематики интенсива, причем тут образовательный проект в рамках приоритета, но сейчас я вам поясню. Безусловно, те задачи, которые были озвучены Дарьей Константиновной и то, что было озвучено спикерами на дискуссии в первый день, говорит нам о том, что очень много инициатив запускается в университете, и Анастасия сейчас, например, говорила про общеуниверситетские факультативы, и многие из этих инициатив вырастают действительно в очень важные и серьезные проекты, которые мы можем уже позиционировать не только внутри университета, но, что не менее важно, и вовне. Делиться тем накопленным опытом, делиться теми находками, которые у нас есть, а самое главное тем, что мы достигаем тех результатов, которые заявляем. И это крайне важно, потому что образовательный ландшафт сейчас наполнен всевозможными ресурсами, но не все они отвечают
задач, много инфошума, много просто каких-то ярких событий, рекламных зачастую даже. Но хотелось бы получить то, что действительно приносит результаты, можно использовать в своей повседневной деятельности. В этом смысле, говоря про образовательные проекты для приоритета 2030, я бы, наверное, начала с той основной задачи, которая стоит у нас перед университетом. Она достаточно сложно сформулирована, я специально вынесла ее на слайд, вообще никак не сокращая, не для того, чтобы вас запугать амбициозностью задачи в рамках стратегического проекта «Очень персонифицированное образование, основанное на ценности», а с тем, чтобы подчеркнуть, насколько сложно устроенную конфигурацию мы хотим вынести как глобальный результат, стоящий перед нами к концу 2030 года. Это действительно достижение нового качества образования, которое прежде всего выражается в подготовке принципиально нового поколения кадров. Дальше идут перечисления основных характеристик, кого мы видим в качестве вот этого следующего поколения кадров, почему именно нового, почему в нем отражаются какие-то особые метрики качества образования, с тем, чтобы не просто они соответствовали текущему рынку труда, а работали на опережение, позволяли человеку реализовать максимально свой потенциал, найти свое место в жизни и быть там успешным. И это должно позволить ему именно то время, которое он проводит в стенах университета ИТМО, общаясь с нашими уникальными преподавателями и учеными, с нашими партнерами, достигнуть принципиально нового результата. Если попытаться сконцентрировать вот эту идею нового качества образования как-то более сжато и емко для того, чтобы вы могли вот как-то для себя более образно это представить, вот можно говорить о таких основных вещах, как личность, и это касается личности не только студента, но и преподавателя, и слушателей нашего партнера. Помещается это в ландшафт образования. Основные характеристики, на которые мы делаем ставку, это фундаментальность, причем это не только классическая фундаментальность, к которой все мы с вами привыкли, математика, физика, основы определенных предметных областей, закладывающие действительно такой вот базис для того, чтобы на нем уже можно было устойчиво стоять и выстраивать свой профессиональный профиль, но это и фундаментальность, скажем так, нового поколения, то, что диктует нам цифровой мир, все, что связано с цифровой культурой, с предпринимательским мышлением, аналитическим, критическим мышлением. То есть те характеристики и те свойства человека, без которых мы понимаем, что он вряд ли сможет быть максимально успешным. Открытость, о которой говорили много на протяжении этих дней, и сегодня отдельно было это подчеркнуто в выступлении Дарьи Константиновны, открытость, которая проявляется во всем, в позиционировании, в способности поделиться материалами, стать даже чуть ближе к своим ученикам, к своим студентам, если говорить про преподавателя, то есть чуть более личностно окрашенным становится вот то самое преподавание. Доступность и скорость обновления тоже крайне важны. Мы понимаем, что можно иметь прекрасные материалы, можно долго их готовить, и, безусловно, многие из них готовятся не так быстро, как хотелось бы, но если, как говорится, хороша ложка к обеду, если мы даже чуть-чуть запаздываем, то оказывается, что вот скорость обновления не позволяет нам достигнуть вот того самого отличного результата, которого мы ждем. Ну и говоря про очень персонифицированное образование, что мы ждем от персонализации? Здесь выделены основные моменты, на которые можно обратить внимание, но, конечно, оно все выстраивается вокруг, прежде всего, студентов и слушателей, привлечения новых талантов. Мы хотим, чтобы те условия, которые создаются внутри университета, позволяли нам наращивать вот тот самый потенциал, раскрывать потенциал тех, кто к нам пришел, тех, кто с нами уже работает. И это в том числе и открытие талантов уже среди того сообщества ITMO Family, которое у нас есть. Это задача, которую мы ставим в рамках вот этого стратегического проекта по образованию. И оно, конечно же, не может касаться только студентов, оно касается и тех продуктов образовательных, о которых идет речь. Много на интенсиве обсуждались продукты в формате образовательной программы, но мы знаем, что у нас есть и более краткосрочные образовательные продукты, программы дополнительного профессионального образования, онлайн-курсы, общеуниверситетские факультативы, просто факультативы, которые предлагают факультеты и руководители образовательных программ. Если мы говорим про открытость,
то мы понимаем, что мы начинаем конкурировать не только внутри университета, но и вовне. Поэтому эти образовательные продукты должны быть крайне высокого качества. Мы должны быстро их уметь адаптировать, слышать обратную связь от наших пользователей и тем самым поднимать вот ту самую планку Top Level Education, которая стоит перед нами, опять же, как такая стратегическая цель. А какие направления проектной работы можно, вот если вы для себя еще там, может быть, не определили, вот вы считаете, что приоритет это где-то далеко, у вас есть ваша текущая работа, на самом деле это не совсем так. У многих из вас накоплен просто сумасшедший опыт и есть уже наработки, может быть, не всегда упакованные в формате проекта. На что вы можете ориентироваться? Как-то, может быть, найти себя в этой системе координат? В рамках программы развития и все, что касается стратегического проекта образования, выделено 4 крупных блока. Это образование пазл, это возможность построить свою образовательную программу, причем она касается, повторюсь, и студента, и преподавателя, из всех тех возможностей, из тех кусочков мозаики, которые есть внутри университета, которые есть у наших партнеров. Глобальная сеть талантов. Ну, про нее мы тоже уже немного затронули сегодня, обсуждая этот вопрос. Мы готовы раскрывать таланты, мы готовы привлекать уже готовых талантов. И самое главное, почему здесь стоит сеть, хочется, чтобы это были не отдельные точки, яркие звезды, а чтобы эти люди объединяли совместную работу и приносили, прежде всего, получали удовольствие от общения и совместной работы друг с другом. И это касается и образования, и науки. Здесь на стыке, можно так сказать, мы работаем. Может быть, это таланты в плане менеджерских возможностей, там, руководителей образовательных программ. То есть появляются уже такие определенные сообщества, которые становятся точками притяжения, и они своей энергией, своим наставничеством, если так можно сказать, начинают заряжать окружающих людей и, опять же, повышать то самое качество образования. У нас есть попытка в четвертом, в третьем направлении стандарт качества образования в ИТМО зафиксировать тот образ результата качественного образования, который мы хотели бы видеть. Ну и одним из таких ярких примеров, сегодня он уже прозвучал в выступлении, это собственный университет, собственный диплом университета ИТМО. Мы считаем, что мы можем поставить себе такую амбициозную задачу конкурировать, в хорошем смысле этого слова, с государственным дипломом, который мы выдаем, но мы считаем, что мы можем уже ставить перед собой достаточно близко вот эту вот цель получения результата, когда наш диплом университета ценится не меньше, чем диплом государственного образца. Причем он признается не только выпускниками университета, но и профессиональным и академическим сообществом. И говоря про некое смещение мышления человека в современном пространстве, нельзя не коснуться вопроса, связанного с предпринимательством. И это не значит, что мы делаем ставку на подготовку бизнесменов или предпринимателей, люди, которые запустят собственный бизнес. Скорее, это про то, что те проекты, которые у нас есть, и которые зарождаются даже в процессе обучения с преподавателем, может быть, с научным руководителем, может быть, в связи с постановкой задачи от заказчика, постепенно вырастает в какое-то действительно серьезное дело, которое может быть превращено, например, в диптех-проект, который мы можем дальше позиционировать уже на лейбле университета ИТМО. Справа вы видите представлены результаты, которые мы планируем достичь и поставили себе как цели в плане университета и развития образования до 30-го года. Здесь много вопросов именно с выпускниками, потому что кажется, что это основной наш результат нашей деятельности, кого мы выпускаем вовне, с чем они уходят. И мы предполагаем, что мы прежде всего будем это мерить тем, как они смогут быстро адаптироваться на своем рабочем месте. Если эта адаптация максимально нулевая, если они трудоустраиваются сразу на позиции выше минимальных, с которых обычно все начинают, то это говорит о том, что уже за время обучения нам удалось смоделировать вот такую вот систему образования, которая позволила им стать немножко на ступеньку выше, чем все те новички, которые приходят в компании или на рынок. Ну и говоря о том, что уже, конечно, действует ряд проектов в рамках программы развития. Уже прошло 3 конкурса.
Может быть, вы за ними не следили, но я вам очень рекомендую прежде всего принять участие в конкурсе. Я сейчас чуть-чуть остановлюсь на том, какие можно шаги предпринять. Но и на самом деле вот зеленым здесь выделены те проекты, которые уже работают. Сейчас это 7 проектов, которые запущены, какие-то из них в 2021 году, какие-то в 2022, два проекта запущены в 2023 году. Они все очень разноплановые. Но вы видите, если вот попытаться их разместить на карте 4 направлений, на которых мы фокусируемся, то больше всего проектов у нас касается образования пазла, и в меньшей степени, да, тут опечатка, прошу прощения, и в меньшей степени у нас сейчас сконцентрированы проекты в цифровом, в стандарте качества и в предпринимательстве. Это в том числе для вас некие ориентиры, где вы можете найти свою нишу, особенно если у вас есть что сказать в этом направлении. Поэтому изучайте статистику, изучайте те проекты, которые уже работают. Может быть, вы найдете для себя что-то интересное. А возможно, коллеги, которые уже являются руководителями проектов по образованию в рамках приоритета, натолкнут вас на мысль упаковать ваш собственный опыт в некую вот такую вот проектную логику, в такой вот продуктовый подход. А здесь, наверное, совет от меня, как от координатора стратегического проекта, очень персонифицированного образования, основанного на ценностях. Я вижу слагаемый успех проектов в рамках вот этого стратегического проекта, состоящего из вот таких вот 3 блоков. Прежде всего, это большой вызов или значимая проблема, которую вы пытаетесь решить своим проектом. Если решение очевидно, либо лежит на поверхности, скорее всего, вы просто улучшаете текущую свою деятельность. Это нужно делать, это нужно рефлексировать относительно того, чем вы занимаетесь, но это не уровень проектов программы развития, поэтому здесь, наверное, стоит хорошо все взвесить, во что вы целитесь и насколько ту проблему, которую вы перед собой ставите и предлагаете ее решение, она будет отзываться не только внутри сообщества университета, но и вовне. Второй очень важный компонент – это присутствие лидера с методологией проекта. У нас тема наставничества как формат лидерства, но вот проект без лидера не существует. Это человек, который снимает многие вопросы, но при этом еще и организует работу команды, вдохновляет ее, помогает сплотить все усилия вокруг одной цели. Ну и, конечно, команда единомышленников. Ни один человек, какой бы гениальный он ни был, он не справится с большим проектом. Более того, его могут обойти те, кто имеет проектную команду, но, может быть, не такую сильную на входе. Поэтому команда единомышленников, безусловно, нужна, и она должна разделять все ваши этапы и все ваши замыслы проекта. Ну и с чего начать? Я вижу, что у меня уже заканчивается время. Это вот можно очень быстро пройтись. 7 шагов, которые, мне кажется, вы можете пройти. И вот одна из них, один из этих шагов – это онлайн-интенсив текущий. И, конечно же, проект «Это мой эксперт» и конкурс «Это мой Юду Лидерс», где вы можете идею проекта опробировать, прокрутить, услышать мнение экспертов. И когда вы понимаете, что вы созрели, вы прошли вот эти вот шаги, то подавать заявку на конкурс проектов приоритета. Я не озвучиваю сейчас никакие сроки, следите за новостями на сайте, это сайт itmo2030itmo.ru. Если у вас остались вопросы или вы сомневаетесь, стоит ли вам подаваться, пожалуйста, я на связи, мы можем всегда с вами обсудить, и вы можете сверить часы с коллегами, которые уже являются руководителями проекта. Мы очень ждем, и я уверена, что те, кто нас слушает сегодня, посмотрят записи, есть чем выступить и заявить не только о себе, но и о той большой проблеме, которую стоит решить. Спасибо. Скажите, пожалуйста, видно ли сейчас презентацию? Да, вот, загружалось, сейчас все Да, видно. супер. Ага, все, супер, хорошо. Тогда я начну с дисклеймера. Я на самом деле не программист и в нейросетях имею очень дилетантское представление о нейросетях. Дело все в том, что да, для меня нейросети – это междисциплинарная область, где-то на стыке технологии и магии.
Вот. Но поскольку они обрели достаточно большую популярность, пришлось в них разобраться. Пришлось разобраться, потому что для меня, как и для многих других преподавателей во всем мире, как и для вас, я уверен, стало достаточно быстро очевидно риски влияния популярности нейросетей на сферу образования. Стало достаточно быстро очевидно, что будет происходить, а происходить будет вот это, и происходит, собственно, вот это. Мы все видим, как студенты бросают все разные, да, все инструменты получения знаний, к которым они привыкли, и переключаются на более удобные, более эффектные сервисы, например, на чат-GPT. И мы с вами все знаем риски использования чат-GPT. Про них вчера тоже говорили, в чате писали, про потенциальные проблемы с конфиденциальностью, про формирование зависимости от технологий, про большее взаимодействие людей с машиной и меньшее взаимодействие между людьми. Этот, кстати, список писал не я, этот список рисков писал Notion AI, который вчера представил Александр Капитонов, так что можно воспринимать это как coming-out, да, сердечное признание от нейросети. Кроме того, ChatGPT известен своими предвзятостями и ошибками в поисковой выдаче. По очень уместному определению из интернета, ChatGPT очень похож на приятеля, который не знает ответ, не разбирается в теме, но придумывает ответ на ходу. У нас с вами у всех были такие студенты на занятиях, на экзамене, которые на экзамене несут чушь, но делают это настолько убедительно, харизматично и таким замечательным потоком, что это не хочется прерывать. Вот ChatGPT очень похож на вот такого человека. Ошибки получаются различные, их очень много, поскольку это генеративная нейросеть, да, она генерирует текст. Известно, что ChatGPT придумывает ссылки на научную литературу. Вот буквально мой кейс, когда мои студенты попытались найти статьи по теме в ChatGPT, нашли чушь и удивились. Тем не менее, да, нейросети существуют, мы должны их использовать, и то, как университеты реагируют на влияние нейросетей на образование, отличает уровень вуза, по моему представлению, по моему мнению. В этом плане достаточно интересно посмотреть на меморандум Ассоциации Russell Group, британских топ-вузов, которое вот их мнение о том, как нужно реагировать на эту ситуацию. Нужно поддерживать использование и технологий в образовании. Нужно обучать студентов и сотрудников, как использовать ИИ технологии. Мы должны помогать обучающимся правильному, этичному и строго академическому использованию ИИ инструментов. Мы должны адаптировать образование и должны обеспечивать академическую строгость в новых условиях. Ну и да, разумеется, обмен передовым опытом. В этом плане то, что университет ИТМО говорит да нейросетям, да, как было значит, был, да, там мероприятие весной, очень выгодно отличает университет, но ставит его на топ-уровень в мире. То есть, смотрите, проблематика такая: мы должны учить хорошему, мы должны уметь обучать студентов использованию современных сервисов, современных инструментов. Тем не менее, эти современные инструменты бывают, выдают ошибки, бывают некорректную, выдают, да, некорректную информацию, сложны в использовании и могут давать не тот результат, который нам нужен. Как с этим справляться? С этим справляться можно по-разному. В моем представлении можно использовать не ChatGPT и не GPT-подобные сервисы напрямую. Можно использовать сервисы, которые основаны на ChatGPT и на GPT-подобных моделях. И сделать это там, где это уместно.
Таких сервисов я, например, использую три основных, и я готов с вами поделиться своим опытом их использования. Первый сервис, который я опишу, да, про который я вам расскажу, называется Elicit. Значит, если говорить о том, что ChatGPT — это приятель, который придумывает ответ на ходу, Elicit — это приятель, который быстро гуглит. Выглядит он следующим образом, я готов вам показать. Значит, минималистичный дизайн, поисковая строка поиска, ну и вот запрос, да, который я там вбил, почему преподавателям нужно становиться наставниками. Не очень хорошо получилось сформулировать, но тем не менее ничего страшного в этом нет, потому что у Elicit есть встроенный промпт-инженер. Можно нажать кнопку Brainstorm IDS. И, ну вот, например, как преподавателям создавать поддерживающую обучающую среду для их студентов. Кажется, что этот вопрос как раз для нас может быть интересен. Давайте посмотрим, что ищется по этому запросу. Обратите внимание, ищутся академические источники. Elicit работает по базе данных индексируемых изданий и выдает подборку из релевантных статей, в котором освещен вот этот вопрос. Вот это, кажется, вот это может быть для нас интересно. Исключая некоторые вопросы, да, допустим, нас не интересуют онлайн-курсы, и функции Elicit, которую я бесконечно люблю, показать больше, как выделено, показать больше таких статей, как выделено. И он подгружает еще на ту же тему, и это можно делать бесконечно долго, до тех пор, пока в интернете не исчерпаются научные статьи, таким образом постепенно сужая поиск и настраивая поиск под конкретный запрос. Elicit — это блестящий способ для подготовки к лекциям, для подготовки к групповым обсуждениям, для помощи студентам при подготовке рефератов и обзоров литературы. Он работает только с академическими источниками, обрабатывает данные, позволяет выгрузить данные в формате текстовых таблиц. И вот этот вот замечательный промпт-инженер, который, как вы видели, корректирует поисковые запросы и исправляет опечатки, и вообще очень помогает. Кроме Elicit, есть сервис Консенсус. Консенсус сам ничего не знает, но всегда готов подумать вместе. По тому же самому запросу, как преподавателям создать поддерживающую обучающую среду, Консенсус выдает поисковую выдачу, состоящую из цитат, тоже из академической литературы. Это вырваны из контекста цитаты, только самое нужное, только самое важное. В случае, если у вас запланирована лекция-дискуссия, или вы готовите студентов к дебатам, или студентам нужно подготовиться к групповому обсуждению, им нужно подобрать валидные аргументы, совершенно блестяще можно им вручить этот инструмент для того, чтобы они не читали статьи целиком, а чтобы помочь им находить нужные аргументы. Ну и, кроме того, наверное, самый мощный сервис из трех заявленных Perplexity — это нейросеть, которая очень хорошо пишет обзоры литературы. По тому же самому запросу Perplexity выдает текст. Обратите внимание, что это текст не сгенерированный ChatGPT, это текст найденный, вырванный, опять же, цитатами, да, выделенный цитатами, все цитаты со ссылками. Ссылки можно задавать в зависимости от того, что мы хотим найти. Можно искать во всем индексе, во всей индексируемой части интернета, можно только по академическим источникам, можно по направленным средам, там, искать только в Википедии, только на Reddit, только на YouTube. Суммирует информацию и предлагает подумать еще, да, предлагает погенерить еще, поискать еще, выдать текст, который будет поддержан источниками информации. Это информация, которой мы можем доверять.
Так, значит, вот здесь, когда мы вводим поисковый запрос, здесь есть функция фокус, и можно выбрать, где искать. Есть функция Copilot, это тоже условно-бесплатный промпт-инженер с небольшими ограничениями. При подготовке к лекциям, рефераты, обзоры литературы пишутся блестяще с помощью Perplexity. В заключение поделюсь, опять же, информацией. Это руководство для преподавателей из Рочестерского университета, которое было сформулировано в одном из ведущих университетов мира. Что делать? Делать нужно, по мнению сотрудников университета, следующее. Нужно принять неизбежность использования искусственного интеллекта в образовании. Наша с вами задача, как преподавателей, как наставников, научить студентов тому, когда именно и как именно использовать эти технологии. Нужно установить правила. Там рекомендуют установить на каждом курсе политику в использовании нейросетей. Эти правила нужно обсуждать, нужно их придерживаться, нужно их транслировать. Правила могут быть гибкие в зависимости от цели курса. Некоторые цели курса поддерживают использование, и в некоторых лучше делать самостоятельно. Ну и это наша с вами основная задача в новом мире, в изменяющемся мире, учить тому, как правильно использовать эти инструменты. Если вы хотите больше узнать о этой теме, на сайте code.org буквально на прошлой неделе анонсировали обучающий курс AI 101 для преподавателей. Я ожидаю, что там будет что-то довольно интересное. То есть такая обучалочка для преподавателей, для того, чтобы преподаватели могли разобраться в теме. Пока там два видео, видимо, будет больше, будет интересно. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я буду готов на них ответить с большим удовольствием. Кажется, уже не сейчас, но по контактам, которые перечислены на слайде, и в чате я, разумеется, задержусь. Спасибо. Дмитрий, так, да, мне бы хотелось поговорить о том контингенте обучающихся с инвалидностью, или как мы их называем, ребятами с особой образовательной потребностью, которых на текущий момент в нашем вузе становится все больше и больше. И вот на слайде мы вам привели с момента основания центра с 2016 года график о том, как растет численность данного контингента обучающихся. Смотрите, вот в этом году получилось, что у нас на факультете программной инженерии ИКТ, компьютерной техники, открыто направление программирования для незрячих и слабовидящих. И вот по этой программе было набрано еще 16 ребят в магистратуру с нарушением по зрению. В связи с чем нашему центру пришлось провести ряд мероприятий для того, чтобы эта программа, как говорится, была запущена в полной мере, и студентам с данным нозологическим отклонением было комфортно в нашем вузе. Так это были и работы по доступной среде. Вместе с департаментом по общежитию мы подготовили блоки для проживания студентов с нарушением зрения, потому что часть ребят, да, приезжают из других городов обучаться на эту программу. Сейчас занимаемся доступной средой на Кронверском, так чтобы ребята больше всего они будут заниматься как раз в здании на Кронского, в определенной аудитории, и мы делаем все, чтобы ребятам было удобнее до нее добраться. Также мы сейчас разработали курс ДПО, инклюзивная среда в университете для студентов с нарушением зрения. На данную программу мы пригласили экспертов со школы Грота, с библиотеки для слепых. Они будут участвовать в нашем ДПО и тоже поделятся своим опытом работы с данным контингентом. Также в помощь нашим преподавателям мы разработали учебно-методическое пособие обучения студентов с нарушением зрения в университете ИТМО. А сейчас я бы хотела рассказать, какой вид сопровождения оказывает наш центр для студентов всех нозологических групп. Это и техническое сопровождение, и психологическое. Сабина, подскажите, пожалуйста, у меня все нормально с экраном, потому что тут Да, презентация. сейчас показывается слайд сопровождения студентов с инвалидностью. Ага. Да, спасибо большое.
Вот, это техническое сопровождение. Значит, техническое сопровождение в каком плане? Это мы осуществляем закупку специальных средств для обучения. Например, вот, как я сказала, мы открываем магистерскую программу для ребят с нарушением зрения, мы уже закупили брайлеровские дисплеи, закуплена считывающая машинка, закуплено специальное программное обеспечение. Также техническое сопровождение включает в себя перемещение инвалидов на коляске между аудиторией в корпусах университета, да, с помощью гусеничного подъемника в тех корпусах, где нет лифтового оборудования. И это помощь в сопровождении в части ассистирования. Ассистирование – это даже мы помогаем нашим абитуриентам с момента работы в приемной кампании, мы помогаем и нашим студентам, если потребуется такое ассистирование. Например, на парах, на каких-то лабораторных работах, если мы понимаем, что у студента с ДЦП там, ну, плохо работают верхние конечности, да, или там даже, ну, не знаю, просто перелом у студента, и он хочет, чтобы ему кто-то оказал помощь, то, пожалуйста, можно обратиться к нам, и сотрудники центра с радостью помогут студенту даже во время занятий. Также мы оказываем онлайн-ассистирование. Например, когда ребята защищают онлайн свои ВКР-работы, тоже могут попросить нашего присутствия. Бывают такие моменты, когда, например, наши студенты с инвалидностью, с расстройством аутистического спектра, с аутизмом, считают, что им гораздо комфортнее, если на их защите присутствует кто-то из членов нашего коллектива. Мы, конечно, ребятам с радостью в этом помогаем. Также для того, чтобы наши студенты комфортнее себя чувствовали среди нашего университета, наш центр проводит две дисциплины. Одна из них для студентов первого курса бакалавриата, вторая дисциплина для магистров первого курса. Значит, для ребят бакалавриата эта дисциплина у нас сделана как адаптационная в том плане, что мы понимаем, что среда школы, она отличается от среды вуза, и когда студент с инвалидностью поступает сюда, а иногда, давайте не будем забывать, что есть ребята с инвалидностью, которые обучались в специализированных школах, да, а здесь у нас инклюзивно, где будут ребята и здоровые, и ребята, имеющие инвалидность. Поэтому, конечно, среда другая, ребята иногда приходят в какой-то растерянности, и мы помогаем на этой дисциплине, они могут поделиться какими-то своими проблемами, беспокойствами, и мы рассказываем и обсуждаем, как себя вести в той или другой ситуации. В магистратуру. В магистратуре мы понимаем, что уже многие ребята работают, да, это очень замечательно, но есть такой тонкий момент, что некоторые работодатели, да, немножко по-другому относятся сотруднику с инвалидностью. Это часто беспокоит наших студентов, и поэтому мы тоже в рамках нашего факультатива рассматриваем какие-то случаи, которые случались у ребят на работе, например, и как их и обсуждаем, как лучше, может быть, было разрешить ту или другую ситуацию. И вот, как я уже говорила, что наши студенты, да, они, есть ребята, которые работают, ребята, которые находят сами работу, есть ребята, которые обращаются к нам, и мы оказываем такую услугу по сопровождению трудоустройства. У нас заключено соглашение с Центром занятости населения Санкт-Петербурга. Представители данного центра часто проводят свои мероприятия, вебинары для наших студентов, на которых рассказывают о том, как вести себя на собеседовании, как составить резюме, о том, как рассказать работодателю о своей инвалидности. Мы можем помочь ребятам с производственной практикой, да, подобрать, возможно, какую-то организацию, которая готова будет принять студента с данным видом инвалидности. У нас были успешные практики стажировок в международных компаниях, когда ребята летом стажировались в компании. После этого им предлагали работу в данной компании. Да, и есть еще такой момент, когда работодатели выходят на нас напрямую. Например, этой весной на нас вышли представители компании «Газпромнефть». Они предложили нам порядка 20 вакансий для наших студентов с инвалидностью, разноплановых вакансий с разной занятостью. То есть там где-то было 5 часов в неделю, где-то каждый день, ну, 2 часа в неделю. То есть чтобы ребята могли выбрать подходящую для себя вакансию, и чтобы эта вакансия не мешала их учебному процессу. Это тоже очень важно. Также мы договорились с «Газпромнефтью», что мы будем стараться, чтобы наши ребята выбирали вакансию с учетом своей инвалидности, чтобы, как говорится, и работодателю было комфортно, и чтобы студент мог выполнять все возложенные на него обязанности, чувствовать себя комфортно на новом рабочем месте.
И «Газпромнефть» с любезностью этим летом провел экскурсию на своей площадке, набережной реки Мойки, для наших студентов. Студенты посмотрели офис компании и могли задать вопросы как раз касательно вакансий, которые уже предложил «Газпромнефть». Значит, что хотелось бы сказать в плане наставничества от преподавателей? Смотрите, значит, здесь такой момент. Зачастую ребята с инвалидностью стесняются своей инвалидности. И бывают моменты, когда они поступили не по инвалидной квоте, и поэтому вот тот вот график, который вы видели в начале, как я всегда говорю, это цифры плавающие. Бывают, ребята не хотят заявлять, поступают не по квоте. В процессе инвалидности какие-то моменты происходят, и студент понимает, что ему нужна все-таки наша помощь, что нужно все-таки обратиться в наш центр, нужно, чтобы преподаватель был в курсе о том, что у него инвалидность, потому что, как говорится, что-то пошло не так, там хуже идет усваиваемость материала, хуже идет успеваемость. Бывают моменты, это вот опять же у ребят с аутизмом, даже в нашем центре они как бы, как сказать, ну, как будто бы закреплены за конкретным сотрудником, то есть им так комфортнее, то есть вот кому-то комфортнее работать там с психологом, кому-то по любому причем вопросу обращаться, а не только за психологической консультацией, кому-то комфортнее, например, работать со мной. Так вот здесь вот такой момент преподавателей по наставничеству. Хотелось бы сказать, смотрите, если вдруг вы понимаете, что какой-то студент не контактирует с одногруппниками, такое тоже может быть, да, и стесняется своей инвалидностью, например, даже ребята с нарушением слуха, он говорит, вот я не хочу ни с кем общаться, потому что меня, скорее всего, там я не услышу, меня не так поймут, мне вот некомфортно будет. И поэтому, возможно, захочет студент, чтобы вы ему в чем-то помогли, не знаю, даже проконсультировать по этим же учебным вопросам, может быть, помогли с проектом. Я вас очень прошу, пожалуйста, не отказывайте. Но если у вас возникнут сложности, или вы будете бояться как бы не испортить, да, что-то там относительно работы с данным студентом, то смело обращайтесь к нам в центр. Мы, по возможности, даже вызовем студента, если он захочет прийти к нам. Расспросим сами его, чем ему помочь. Вам скажем, как себя лучше вести, чтобы успеваемость студента никоим образом не падала, и чтобы этот студент во время общего занятия, например, не, ну, скажем так, да, ну, не срывал, не отвлекал вас во время вашей лекции или практического занятия. Доступная среда – это очень главный наш пласт такой, да, адаптация наших зданий. Вы знаете, что у нас много исторических зданий, это очень сложно. Да, и сейчас ребята-колясочники поступают с момента основания центра. С 2016 года у нас все время есть какой-нибудь студент на коляске. Там два, иногда и три одновременно студента обучаются. Создание комфортной, безопасной, рациональной среды – это очень важный момент, потому что в том плане, что мы хотим, чтобы все, что было куплено для наших ребят, оно использовалось прежде всего ребятам. Поэтому мы часто, как я говорю, преподавателям осуществляем закупку материально-технического оснащения по запросам, по прямому запросу от наших студентов. Даже во время приемной кампании, когда мы знаем, что какой-то студент со сложной инвалидностью будет поступать к нам, мы сразу спрашиваем, какое материально-техническое оснащение тебе потребуется, чтобы тебе комфортнее было обучаться. Или вот сейчас, закончив приемную кампанию, мы получили список тех, кто поступил по квоте от приемной кампании, обзвонили ребят, узнали детально, у кого какая инвалидность, и в обязательном порядке задали вопрос, что тебе нужно в общежитии, если ты живешь в общежитии, и что тебе нужно для того, чтобы ты у нас мог обучаться. Если сейчас на данный момент ты не можешь сообразить, да, в чем у тебя может возникнуть необходимость в процессе обучения, пожалуйста, запиши наш телефон, почту и приходи к нам, как только поймешь, что что-то требуется дозакупить для того, чтобы тебе было комфортно. И в заключение мне бы хотелось сказать, чтобы преподаватели понимали про наш контингент обучающих. Значит, во-первых, смотрите, каждый год с 2017 года наш центр проводит секцию на конгрессе молодых ученых. В этом конгрессе принимают участие не только ребята с инвалидностью, но и ребята, не имеющие нарушений по здоровью. Причем самое интересное, что в нашей секции принимают участие еще и ребята из других городов. Например, в этом году у нас на секции присутствовали ребята с Уральского государственного университета и с Челябинского государственного университета.
Ребята рассказывают о своих возможных изобретениях. Мы можем поговорить о доступной среде. Например, в этом году у нас была тематика «Адаптивный спорт», «Доступная среда». Мы объединились, сделали такое крупное мероприятие, разностороннее, чтобы как можно больше ребят включить в нашу работу. Потому что главное – это что? Это главное взаимодействие наших студентов между собой. Это чтобы ребята там с нарушением речи, с нарушением зрения, слуха понимали, что он может выступить. Его поняли, поняли его выступление, оценили. Ему задали вопросы. Вот это вот такой самый главный момент, что он заинтересовал своим выступлением кого-то. Студент чувствует себя уверенно, и тем самым мы его готовим к защите выпускной квалификационной работы. И вот на данном плакате я вам показываю одного из наших успешных студентов. Это магистрант уже второго курса Илья Кудряшов. Он этой весной выступал в конкурсе «Путь карьеры». В этом конкурсе принимало, этот конкурс идет 2 месяца, принимало участие порядка 16 молодых специалистов. Ребята учились составлять резюме, вести правильную беседу на собеседовании. Присутствовали представители компаний, были деловые игры, и ребята учились проявлять свои софт-скиллы, да, у нас же есть отдельная дисциплина по софт-скиллам, вот ребята на данном конкурсе тоже могли ее проявить, и вот Илья, он у нас учится на информационной безопасности, вот Илья занял там одно из почетных мест. И второй наш студент, это Артем Менов. Артем Менов у нас имеет ДЦП, как и Илья. Он обучался в Австрии целый год в магистратуре. Вот сейчас Артем у нас аспирант. И у Артема есть свое замечательное изобретение. В этом году это изобретение было озвучено более чем в 80 СМИ. Его показывали по телевизору, и статьи были с его изобретением. Значит, его тренажер, значит, в отличие от аналогов, можно использовать в домашних условиях, что очень ценно. Он очень компактный и удобный. И первый прототип Артем создал для тренировки мышц суставов рук. Но в перспективе Артем планирует адаптировать и данный тренажер и по другие части тела. И данный тренажер, что самое интересное, имеет все шансы выйти на рынок. И некоторые практикующие врачи и производители медицинского оборудования уже высказали заинтересованность в данном тренажере Артема. У меня все, коллеги, может быть, будут какие-то вопросы. Светлана, спасибо большое за оглашение такой очень важной темы, которую обязательно нужно знать, мне кажется, всем преподавателям, потому что такое может, такой студент может быть у любого преподавателя. У нас есть один вопрос, я могу вам его зачитать или вам удобнее прочесть? Планируется ли какая-то механика процесса уведомления преподавателей, наличие в группе обучающихся с ОВЗ? Как сейчас организован этот процесс? Да, смотрите, значит, во-первых, мы всегда спрашиваем студента, хочет ли он заявлять о своей инвалидности преподавателю. Это очень главный момент, так как наличие инвалидности – это его личные данные, и он может не захотеть, чтобы преподаватели и одногруппники знали об этом. Если поступает студент с какой-то очень серьезной инвалидностью, мы понимаем, что в любом случае она видна, то, конечно, в обязательном порядке мы связываемся с факультетом, проводим инструктажи о том, как работать с данным студентом. Но при необходимости, если вдруг, я говорю, просто есть такие тонкие моменты, если вдруг все-таки студент не заявил нам об инвалидности, а у вас есть подозрение, что в вашей группе присутствует такой студент, вы можете обратиться к нам, мы или вызовем этого студента, или кто-то из сотрудников центра поприсутствует у вас на лекции, понаблюдает за этим студентом, и потом мы уже решим, как помочь ему в обучении. Спасибо большое. И последний вопрос. Планируете ли вы привлекать менторов для работы со студентами с ОВЗ? Сейчас мы будем приводить в сентябре для адвайзеров. Сначала обучение для адвайзеров, попробуем привлечь сначала адвайзер. Понимаете, здесь такой тонкий момент. Например, ребята с аутизмом, они, возможно, не захотят
работы, да, с кем-то посторонним, потому что они очень смущаются. Потом относительно работы с техникой. Я говорил, что мы используем у нас в трех корпусах лестничные гусеничные подъемники. Мы не можем доверить это оборудование менторам или адвайзерам. Это нужно только специально обученный инженер от центра, да, его обучают специальный специалист, представители компании, которые мы закупаем и которые обслуживаем данное оборудование. То есть тут такие тонкие моменты, в чем мы можем... Какую помощь от менторов, адвайзеров мы можем получить, это все нужно оговаривать. Поэтому сначала сейчас начнем с адвайзеров проводить такую работу. Я говорила, что будет последний вопрос, но мы немножко съедим тайминг от нашего перерыва. Вопрос интересный. Студент, который не знает о своем заболевании, такое возможно? Ну, конечно, наверное, возможно, ведь каждый человек может не знать, что у него что-то болит, да, поэтому я и говорю, что если вам вдруг кажется, что есть какие-то проблемы, не знаю, там даже с поведением, да, у данного студента, конечно, вам лучше обратиться к нам, у нас в центре есть психолог, мы можем направить его в соответствующую, как говорится, клинику, чтобы поставили диагноз. Да, бывает всякое, поэтому, пожалуйста, вот есть сомнения, лучше сразу обращайтесь к нам за помощью, чтобы предотвратить все эти ваши сомнения, чтобы вас это никак не отвлекало на лекцию. Мы за то, чтобы всецело помогать вам.